конце января в Рязанской областной клинической больнице прошла уникальная операция не только для нашего города, но и для всей страны. Технология, по которой выполнялись манипуляции, является новой для современного мира и дает возможность осуществлять операции с меньшим риском для пациентов. Главный врач ОКБ прооперировал пожилого мужчину, у которого была обнаружена опухоль кишки. При этом не пришлось делать даже лапароскопических проколов в животе пациента. Операция выполнялась через естественное отверстие. Вводится специальное устройство, подключается лапароскопическая стойка, эндовидеокомплекс. И все делается вот через это отверстие. Полностью удаляется полностенно кишка с опухолью на всю окружность. И пришивается анастомоз, это сшивание концов кишки, которое накладывается в крайне неудобных условиях. Потому что действительно вся операция выполняется вот через небольшой, буквально там 3-сантиметровый вот этот доступ. Там вводится и специальная камера через этот доступ, и два инструмента, которым все это удаляется, ультразвуковой гармонический скальпель. То есть это самые технологически продвинутые операции на сегодняшний день. Хирургия без шрамов – новая цель развития малоинвазивной хирургии. Такая операция имеет специальное название – НОТЭС. В среднем по времени она занимает не больше часа, однако иногда может длиться более 2 часов, в зависимости от сложности ситуации. После хирургического вмешательства в тот же день пациент уже может встать на ноги. Он испытывает минимальный болевой синдром и минимальный дискомфорт. Какие-то жалобы есть в настоящий момент? Нет, жалоб никаких у меня. До этого Сергея Федоровича отказывались оперировать в других рязанских больницах в силу его возраста и состояния здоровья. Однако в ОКБ было принято решение о том, что для пожилого человека такого рода операция может оказаться приемлемой. После операции я хоть и до операции чувствовал неплохо, а после операции сейчас чувствую нормально. Вот. Так что спасибо всем врачам, которые делали операции. Медсестрам, которые за нами ухаживают очень хорошо, с моей стороны. Так что я ни на кого не жалуюсь и всем спасибо. Теперь Сергею Федоровичу предстоит дальше следить за своим здоровьем и наслаждаться жизнью. Скоро его выпишут из ОКБ. Желаю вам здоровья, поправиться и больше ничем не болеть никогда. Спасибо. Чтобы все у вас было хорошо. Здоровье каждого рязанца может в определенный момент зависеть от технологий, которые сейчас применяются в медицине. И в первую очередь от профессионализма наших докторов. Приятно осознавать, что рязанские специалисты обладают передовыми навыками и применяют свои знания для всех пациентов, которые в этом нуждаются. Анна Герцовская, Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».